Вашему вниманию хочу предложить обзор номера отеля Гальмар Бич Хотел. На входе у нас карта. Дверь открывается стандартным ключом. Вот таким вот. Но при этом для того, чтобы было в сети электричество, ее необходимо установить специальный для этого разъем. Также сейчас включу свет. Вот так выглядит санузел. Изначально в номере не было шампуней, но на ресепшене попросили, нам их выдали. Есть только вот такое жидкое мыло. Фен работает. Вот такой вот душ. С полотенцами все в порядке. И достаточное количество. Унитаз иногда смывает не очень хорошо. Да, также есть дополнительная кровать. Одна большая двухместная и одна еще одноместная. На трех человек номер. И вот такой брутальный платяной шкаф. Достаточно вместительный. Там есть и вешалки, и полочки. Все. Все, что необходимо, есть. Здесь еще есть также стульчик. Что очень плохо, нет корзины для мусора. Она только есть в туалете. Здесь также тоже полочки есть. Вот такие вот удобные. И мини-холодильник. И вот такой вот в номере старинный древний телевизор. Никакого, я думаю, разъема HDMI тут нет. Это еще старый трубочный телевизор фирмы Beko. Такие вот тумбочки. Балкон. Ручка здесь не очень, открываем. На балконе есть вот такая вешалка, я такого ни разу не видел. Что очень удобно, сушилка для белья. Два стула, стол и вот такой шикарный открывается вид на море и на бассейн. Это называется Seaside View. Номер категории стандарт. Вот такой вот отель.